Новая Альмера Made in Тольятти получила рыночную стоимость. Цифры уже называются вполне официально. Минимальная комплектация обойдется в 429 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получит пятидверный седан с двигателем 1.6, механикой, гидроусилителем руля, подушками безопасности и даже бортовым компьютером. Полный фарш Альмеры предлагают уже за 565 тысяч. Здесь уже и автомат, сенсорный навигатор, кожаные рули и кондиционер. Напомню, автомобиль начали собирать с декабря прошлого года на линии B0. Пока АвтоВАЗ планирует выпускать около 70 тысяч машин в год для рынков России и Украины. Первые «Альмеры» поступят в дилерские центры меньше, чем через месяц.